мой первый выход после самоизоляции. И будет такая интересная тема. Она уже была, но, как говорится, повторение мать учения. Итак, мы будем так немножечко коснемся на мою видео. Про гравитационную-изодинамическую гимнастику номер 15. Пришел такой ответ от Вероники А. Плагиат! Вы опять продолжаете обманывать людей. Далее. Свы на ты. Ты же рассыпаешься от полтонны, старый обманщик. Инь, свы, дры. И нас впереди ждет час увлекательной прогулки. Только что я вам прочитал вот такой вот отзыв. Начнем мы с него. К чему такой комментарий? К этому видео. Конечно, я спрошу автора, что он имеет в виду. О чем я рассказываю, выставляя свои занятия? Потому что бывает интересно узнать, с чего все начиналось, как это происходило, какие трудности были, как это там преодолелось и в конце концов к чему это привело. То есть каждый человек что-то, чего-то достиг. Но вот этот путь достижения для многих и скрыт. И люди не понимают, ну а за счет чего, как это происходило. Жужжука жужжит себе. Мне очень интересно, не так интересно, а как бы сказать, мне нужно как пособие увидеть, как сам автор этой гравитационной гимнастики самодумал, Анатолий Иванович. Кстати, я ссылаюсь, что это не моя гимнастика, я занимаюсь. Это все равно, что если ты взял гантели, штангу, то это уже какой-то плагиат пошел. Странно, странно. Под плагиатом. Как самодумал Анатолий Иванович. Дошел до веса в 6,5 тонны. И увидеть, как вот она, он ее поднял. Порадовать глаза этой горой металла. Вот. И как он говорит, что я дальше там поднимал. Штанга поломалась, помост там лопнул, что-то там такое. И этот бы момент увидеть. Вот. Потому что когда ты смотришь, что ты учишься. И поэтому я показываю свой путь в изодинамике. То есть изодинамика, это уже тут, как бы сказать, самодумал, создал систему вот эту вот. Из простых упражнений, оказывается. Из той же штанги. Вот человек сложил это все и преподнес. Что удивительно, с самого простого сделать невероятно эффективные вещи. Вот, и назвал это гравитационной гимнастикой. Сергей Кривых, ученик и последователь Самодумова, естественно, как инструктор тягал эти все блины там по 70 килограмм, набрасывал на штангу. И у него родилась интересная идея. Зачем делать вот такие вот блины и набрасывать, когда можно за счет рычагов сделать так, что 10 килограмм при поднятии будут ощущаться как 40 килограммов. Легко в занятиях, там менее там травмоопасно, можно заниматься даже самому, без ассистентов.
То есть это своеобразный такой прорыв. Я об этом тоже рассказал. И в конце концов, я, как бы сказать, светоч народной медицины и натуропатии, и всего многообразия разглядел эту методику. Несмотря на то, что этот тренажер дорогой, я его приобрел и занимаюсь. Кто индивидуально занимается на таком тренажере? Как бы сказать, расскажите, есть ли такие люди? Вот, что касается, так сказать, плагиата. Вы опять обманываете людей. Опять обманываю людей, и все. Вот моя задача, как бы сказать, вот я хожу, и все думать, как бы обмануть посетителей канала, ну как бы обмануть, как бы обкрутить. В основном обман делается с целью получения каких-то преимуществ, проще говоря, есть такое слово, нажива. Вот как-то так обмануть, чтобы эти люди... Вот какую-то копеечку мне заплатили. Вот у меня как-то нет слов, как тут обмануть, что тут это такое сделать. Просто ходит, вот обманывает. Или просто, знаете, вот хобби такое. Ходить, трындеть с целью обмана. Отлично. Мысля, да? Опять обманываете людей. Далее там идет фраза: ты от полтонны разваливаешься. Ну, я уж не буду там вы, ты на этом заострять внимание. Я стараюсь всегда с людьми уважительно общаться. Поэтому тут не буду заострять внимание. От полтонны разваливаешься. Так. Кто поднимает полтонны? Вот вы в обычной жизни видели, что вот так вот человек только хоп и поднял там полтонны. Оторвал эти полтонны. Так или этак. Я же как раз в занятиях и показал, с чего я начал. Я начал как раз вот эти занятия, сколько там где-то, 200 килограмм, потом 300, потом там где-то 400, и потихонечку ушел даже такое в чем за 500 килограмм. То есть я это все продемонстрировал в своих как раз вот этой серии видео, чтобы было ясно и понятно, с чего это начинается, как это продолжается. Это ДТП. ТДТП может Вероника и больше поднимает, но, как говорится, это хорошо. Но то, что разваливаюсь от полтонны, понимаете, так как я начал там с 200 килограмм с лишним и вот дошел до полтонны и еще не развалился, а наоборот созидаюсь. Для чего я и начал заниматься этой гравитационной гимнастикой, тире-изодинамической. Ну так ее назвал Кривых Сергей. У него там свои причины, почему он назвал ее вот так. Поэтому я не буду там распространяться. Поэтому это не мое название. Гравитационное или изодинамическое там и так далее. Вот, дойти до таких весов и не развалиться, а наоборот, организоваться, это большое дело. Поэтому я не знаю. Добро здоровиться. Почему такая фраза кинута, знаете, так вот кинута и все. Ну, можно так сказать.
так как я в свое время, ну как в свое время, являюсь мастером спорта и поднимал такие веса, к тем людям, которые начинали и которых даже я немножко тренировал, я относился с пониманием, а не то, что, допустим, я, ага, я поднимаю уже тут 200 килограмм, а ты там, ё-моё, пришел тут 50 килограмм, еле там ворочаешь. Как-то так вот не отзывался. Так, и наконец-таки вот этот старый обманщик уже из всего прошедшего. О чем мы с вами говорили? Ну, как-то затруднительно сказать, а в чем же я именно обманываю? В том, что я показываю или опять обманываешь? Показываю вот свои занятия. Кому это интересно? Смотрят их мало людей. А кому интересно, смотрят, что там, что там, как там. В чем обман? Обман был бы в том, что, допустим, если бы я повесил там какие-нибудь, как модно называть, фейковые блины, сказал, что уже за 3 месяца я уже 1,5 тонны поднимаю. Смотрите, какой я уникальный. Этого же нет. Поэтому мне как-то все это не ясно, непонятно, к чему все это там такое. И я просто-напросто, знаете, что сделаю. Вот этот вот мысленный посыл, который тут написался, я его отсылаю Веронике. Вот вы его породили, возьмите его назад. Я считаю, это ко мне не относится. И вот имейте дело с ним. Пусть эта информация с вами поработает. Что породили вы, то и получите. Вот так вот примерно. И теперь из всего этого вытекает. Я об этом неоднократно говорил. Интересны такие вещи. А именно, важно в этой жизни отстоять самого себя. Вот так вот окружающие люди, гляну на вас там раз, другой, третий, создают какое-то мнение и думают, что вы там выпячиваетесь, еще что-то делаете. Они вас принижают. Мол, не высовывайся. Вот будь в этой серой массе. Вот как и мы. Не зря там один святой сказал. И придут 10 больных к одному здоровому и скажут: слушай, ты какой-то ненормальный. Вот мы все 10 болеем, это нормально. А ты тут ничем не болеешь. Это как-то вызывает подозрение, что-то тут не так. Надо что-то с тобой такое сделать, чтобы ты тоже заболел. И вот как раз подобные высказывания, подобное мнение о человеке, окружающих, конечно, сильно на него влияет и ломает. Редко, очень редкие люди, несмотря на то, что ближние там им говорят: да, у тебя ничего не получится, у тебя ничего не выйдет, да кто ты там такой? Да посмотри ты на себя, ты. Ничего себе, короче, путного не выйдет. И тут очень интересен и показательный пример с Джонни Ленноном. Вот он воспитывался у тетушки, и тетушка ему говорила: слушай, Джонни, гитарой ты не заработаешь на жизнь. Но он потихонечку, полигонечку все это продолжал делать. И в конце концов, когда своими песнями он заработал хорошие
денежки-то купил своей тете Милли дом или особнячок. А вон Юрий идет. Вон Юрий идет. Встретил знакомого с ним. Проходил все это время. Кстати, я 4 километра 330 метров прошел уже. Дело идет к концу. Хотел, конечно, поговорить более-более. Что хочу сказать? Так, кратенько. Вот не позволяйте, чтоб как-то вас принизили, подавили, подчинили своей воле. Имейте свою собственную голову. Рассуждайте сами здраво, что к чему, как. А не просто вот быть какой-то серой массой, которую в конце концов то туда направят, то сюда направят, пользуются как хотят и считают, что так и нужно. То есть все за вас кто-то решает. Вот как в данном случае это Вероника решает, что ты вот такой обманщик, что ты тут рассыпаешься и занимаешься, значит, плагиатом. То есть трудно вообще быть самим собой и противостоять вот всяким этим внешним влияниям и при этом оставаться более-менее здоровым, процветающим и довольным человеком. Ну, вот так вот как-то она получилась кратко. Хотелось бы побольше, но глядишь, в следующий раз и поговорим на эту тему. Рыбаки. Вот он, Донец. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.